Здравствуйте, с вами на связи Виталий Кириллов, и сейчас мы обучимся нескольким инструментам, которыми мы будем пользоваться на браузере Google Chrome. Заходим в одностраницу google.com.ua или google.com и нажимаем с правой стороны сверху вот такую инструментик, настройки управления Google Chrome. Нажимаем и смотрим сюда, нажимаем также, видите, наводим на инструменты. И ищем расширение. Расширение. А поскольку у меня уже расширения некоторые установлены, у вас тут может быть пусто, вы нажимаете кнопочку «Еще расширение». Так, оно начинает делать поиск. Давайте мы сделаем еще раз. Вернемся назад. Оно должно искать расширение. Давайте мы попробуем еще раз. Вот, нашло оно расширение. И нам, вот видите, у меня установлены такие расширения, как Google Notepad, Яндекс и статистика сайтов от Livinternet.ru. Эти расширения надо установить себе. Значит, я вот беру Google Notepad. Вы можете просто ввести это название Chrome Notepad, вернее. Вы вводите его вот сюда. И ну, можно вводить, можно копировать. Например, и нажали Enter. Ищем этот блокнотик. Видите, вот он, Chrome Notepad. Видите, у меня зеленая кнопочка, потому что у меня уже добавлено в Chrome. У вас будет вот такая синенькая кнопочка, и вам здесь надо нажать «Установить». Вы установите, и блокнотик будет у вас уже установлен. Как он выглядит, этот блокнотик? Блокнотик выглядит очень красиво. Вот здесь, с правой стороны, сверху, когда вот открыт Google Chrome, вы нажимаете блокнотик, и здесь у вас есть поле, где вы можете записывать все подряд, все свои пароли, имейлы и та информация, которая вам нужна, значит, в которой вы нуждаетесь очень быстро, чтобы не лазить где-то в компьютер, в папки какие-то искать пароли. Вы сможете все сохранять здесь. Но, конечно, на компьютере, жестком диске тоже дублируйте. То есть мы установили сейчас блокнот. И пользуйтесь им, пожалуйста. Дальше мы устанавливаем Яндекс. Вот Viewer, Яндекс Viewer. Давайте мы наберем здесь Яндекс Viewer в поисковике. Яндекс. Вы даже не бойтесь, если вы неправильно здесь напишите все равно вы задаете поиск, нажав Enter, и у вас компьютер, браузер сам найдет то, что нужно. Видите, Яндекс Viewer. У меня тоже он добавлен в Chrome. У вас будет опять же такая синенькая кнопочка. Вы нажимаете здесь «Установить» и устанавливается. Что такое Яндекс? Вот у меня он установлен. Выглядит так. Я нажимаю левой клавишей мышки, и он показывает рейтинг PR, TIS, Google Index, Google Яндекс, Алекса рейтинг. Эти все рейтинги показывают, которые мы потом будем изучать. Рейтинги сайтов по разным критериям. Так, и следующее расширение, которое стоит нам поставить, это статистика сайтов от LiveInternet.ru. Вводим вот здесь в поиске LiveInternet.ru. LiveInternet.ru. Ввели, нажали Enter. И вот, видите, у меня тоже. Тут будет у вас синенькая кнопочка, и вы нажимаете «Установить».
Что такое статистика сайтов? Это интернет.ру. Это тоже статистика сайтов, которая показывает, вот она у меня есть, и она уже установится, вот она будет у вас такой вид иметь. Лив-интернет тоже показывает разные, по разным критериям, какой рейтинг у сайта, сколько посетителей было в день, сколько те посетители просмотрели страницы и так далее. А позже мы будем еще использовать другие инструменты и настройки нашего Google Chrome. Но пока вам три этих, что у меня установлены, тоже достаточно. Спасибо вам за внимание и до следующих уроков.